Всем привет! С вами Утро. И сегодня я покажу вам, как построить ферму зомби и скелетов. Итак, нам потребуется данж. Расширяем его на 9 блоков вглубь и до размера 9 на 9. Можно 7 на 7, но тогда есть одно небольшое различие. Итак, делаем вот такой вот хвостик над спаундером, чтобы зомби не падали куда попало. Также нам понадобится табличка. Ставим ее в один из углов. Таким вот методом. И теперь, если у вас 9 на 9, то выливаем воду вот так. Два источника. Вот так, два источника. И вот так, два источника. А если 7 на 7, то просто в угол. Потому что здесь я чуть-чуть ошибся с размерами. Итак. Зомбоиды потихоньку скапливаются в углу. Дальше копаем вот сюда три блока. И начинаем копать вот такой вот тоннельчик, два блока. Далее. Ставим вот здесь блок. Это необходимо для того, чтобы зомби не падали куда попало. И закрываем вот тут. То есть нам будут видны только зомбовские ноги. Теперь. Делаем вот так и копаем выход себе на поверхность. Зомбанутые потихоньку скапливаются тут. Мы просто успеваем их месить и получаем лут и опыт. Раздача трендюлей длится довольно-таки быстро, поэтому можно просто оставить персонажа возле компа и самому отойти. Ну вот, собственно, и вся система. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого!